Жители дома номер 8 на улице Заречной год назад поменяли управляющую компанию. Прежняя не устраивала своим отношением к работе. Со слов собственников, редко проводил уборку подъездов и придомовой территории. А суммы, что та выставляла в платежках, вызывали вопросы. Новый УК, Альтаир, жители довольны. Об этом они рассказали главе городского округа Щелково Андрею Булгакову во время обхода. Убираются хорошо. В подъезде? В подъезде, в принципе, тоже хорошо убираются. Двор, в принципе, всегда очень приветливо, у нас и дворник, и уборщица. Глава осмотрел придомовую территорию, в которую входят детская площадка, парковочные карманы. Обратил внимание на внутриквартальные проезды. Выбоин в асфальте немного, но есть аварийные. Ее глава поручил службам привести в нормативное состояние до конца недели и отчитаться о выполнении. Остальные неровности в покрытии отремонтируют в течение месяца. В городском округе стартовала масштабная программа по ямочному ремонту. А такие недочеты, как покраска бордюрного камня и высадка цветов в вазоны, о чем просили жители, руководитель УК Алексей Рыжов обещал исправить в ближайшие дни. С цветниками двор будет еще уютнее. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.